Подъезжаем к Парижу. Уже остался тут последний паркинг. Час 45 езды. Ну что-то я думаю, что не рискну я ехать через Париж с таким остатком времени. Поэтому сейчас будет паркинг через 2 километра. Я на нем остановлюсь. Мне надо полчаса отстоять, и у меня откроется еще время. Табличка сообщает нам, что паркинг через 2 км. Отстаю полчаса, откроется 4:30 и поеду дальше. Ехать далеко еще, больше 300 километров до выгрузки. Чуть-чуть ехать и ехать. За 4 часа, наверное, доеду, если время хватит. Так, что паркинг сообщает нам? Свободный. Вот это классная, кстати, система оповещения. Так, через километр. Ладно. О, мотоциклисты. В Париже вообще очень много мотоциклистов. Какой-то особенный город. Почему-то они очень любят ездить по Парижу на мото. Торможение двигателем прошло успешно. Вообще прям для меня. Оп. Все, стоим. Пауза полчаса. Оп, стоянка короткий, 30 минут. Подтвердить. Все. И чтобы не проспать, в 3:30 сегодня устал писать. Таймер 25 минут. Все, чтобы была 5-минутная готовность. Все, можно поваляться. О, я тут еще одну штуку купил. Блин, вообще я вам сейчас покажу. Бардак мой, бардакевич. Оп. Смотрите, какая фигня. Оба резиночка. Вообще классная штука. Сейчас так, оп. Ну-ка. Ну-ка, оп. Короче, кучу всяких упражнений можно делать, чтобы нагружать различные группы мышц. Вот у меня здесь вот постоянно эти места затекают. Остеохондроз мой. Вот, поэтому я так беру, оба, и в полный рост. Потолок не позволяет. И все, и можно упражнения делать. Стоит резиночка что-то 5 или 6 евро. Но они разные. Вот это вот вроде как эквивалентно 15 килограммам нагрузки. О, ну хорошо так, нагрузочку дает, прям чувствуется.
Я брал как-то гантели с собой, но честно, мне гантели вообще не зашли, неудобно ими пользоваться, потому что они наборные, вот, и много места занимают, как бы запинаться об них не вариант, а собирать, разбирать их каждый раз меня напрягает. А вот это, о, чё, ты раз, 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 все, и короче место не занимает вообще. А разных упражнений можно делать кучу. Вернись, я все прощу. Опа. Все, хочешь, вот так вот поделал. Даешь нагрузку, можно бицуху покачать. Видно, надеюсь, нет. Раз и все, и пошел бицуху херачить. Плюс можно цеплять ее там вот к этим трубкам. И вот здесь вот. Или просто за сидушку зацепить. Так, раз, все, и пошел. Все, вот эти мышцы, плечи вон очень хорошо работают. Все, сюда. На другую сторону прицепил и тоже пошел. Все. Короче, штука максимально крутая, копеечная. И, блин, вообще такой экспандер. Короче, кучу всего можно делать. Все, рекомендую. Watch it, now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Загрузили картоном легенькие палеты. Неполная машина, 18 палет, всего 4 тонны веса. Едем по Франции, в район Страсбурга, ближе к германской, немецкой границе. Времени осталось часик буквально езды. Вон, час. Все. Поэтому сейчас выезжаю, наверное, на автостраду. Выйду и буду искать паркинг. В душик надо сходить, поэтому буду искать паркинг с заправочкой. Благо во Франции все бесплатно. Все, валим. Валим отсюда. Бобины выгрузили, картон загрузили и едем дальше. Такие прикольные, мне нравятся эти. Когда погрузка и выгрузка в одном месте. Приехал сразу, все сделал, все свои дела и поехал дальше. А то вот это когда рваное, туда приедь, сюда приедь. Напрягает. Это маленький паркинг. Ну не, надо в душ идти, поэтому идем. Едем далее. Кулинарная рубрика. Сегодня у нас яичница с сосисками, лучком, помидорками, черри. Давайте их сюда, сейчас так вот шпоньк добавим. Чуть-чуть это все обжарим. Добавим яйца 3 штуки. Все это посолим, а поперчить нечем. Вот такое блюдо сейчас будет. Ну, собственно, вот такой натюрморт у нас и получился. Быстро, по времени заняло меньше 15 минут это все приготовить. Хлебушка. Все это на снятина. Вот я и прибыл в место своего назначения. FM Логистика. Огромный центр. Через 400 метров на кольцевой развязке. Подождем, зарегистрируемся.
осталось, блин, 44 минуты езды сегодня. А это значит, что сейчас разгружусь, паркинг, и до понедельника я буду отдыхать где-то рядом со Страсбургом. Ни разу не был в Страсбурге. Прекрасный повод посетить город. На кольцевой развязке 4-й выезд. Только паркинг где-то надо будет найти неподалеку. Так, нам сюда. Оп. Ага, паркинг стейшн. Давай пока встанем на паркинг. И разберемся вообще, куда нам двигаться дальше. Как тут регистрация? Непонятно. Что тут? Место есть. Можно и поесть, да? Так. Оп-оп-оп-оп. Планирование разладунок, ожидание, регистрация, да. Что тут у нас? Номер разгрузки, погрузки нет. Ага. Что нам скажет Google об этом месте? FM логистика. Отзывы. Регистрируешься на компьютере сам. Сразу пришла смс. Едем сразу под рампу, ставим блок колеса, берем CMR, идем в офис. Тебе открывают дверь, склад, и идешь до своей рампы и ждешь, когда загрузить. Я простоял 1.5 часа, пока загрузили. Потом отъезжаешь, тебе вешают пломбу, идешь обратно в офис за CMR. Так, ну пойдем. Реф номер, где его взять? У нас есть реф номер. Вот этот, может быть. Реф здесь нету. Ладно. Слева паркинг. Справа лес, пахнет то ли черемухой, то ли сирень, черемуха же, классно, птички поют. Единственное, что смущает, это небо. Как-то с утра было очень солнечно, а тут оно как-то запосмурнело и чуть-чуть капает. Но, надеюсь, сильно не ливанет, потому что по прогнозу дождь ночью. И я на это очень рассчитываю. А до Страсбурга 19 километров. Хочу посмотреть большой там католический храм в готическом стиле. Надеюсь, он будет открыт. Заехать в магазинчик и обратно. Сегодня суббота, завтра еще один день стоять, поэтому кайфом можно ехать. О, даже лавочки есть. Вообще, все прелести жизни. Это здание Совета Европы в Страсбурге. Друзья, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не зовите меня. О, люди отдыхают, веселятся. Кайфовенько им. Оп, фоточки там, чик-чик. Смотрите, ребят, какое красивое место. Очень современная. Какая архитектура везде.
Где-то очень близко к центру. А может быть, это он и есть. Я так понял, Страсбург городочек-то небольшой. Городочек. Что-то какой-то акцент у меня воронежский. Или оренбургский. Проснулся вдруг. Хотя я там не был никогда. Очень много людей, очень много велосипедов. Это, видимо, торговый центр или что это? Непонятно. Люди отдыхают, загорают. Вон какие прикольные лежаки. Бетонные такие. О, классно. Синема. А, здесь, наверное, кино. Да? Синема. Да. Сайн-Сите. Типа город кино. О, зеленый человек, приветствую тебя. Светлая сторона силы тебе поможет. Блин, все цветет вообще. Смотри, как красиво. Класс. Сегодня здесь мероприятие у католиков, и люди съехались со всего мира. Сейчас общался с девушкой из Боливии. Она была с друзьями из Чили и Колумбии. Вот. Чуть-чуть поговорил с ней на английском. Она сообщила мне, что вот она здесь учится и живет, и практикует французский язык. Ну и, в общем, люди со всего мира съехались, как я понял. И вот делятся каким-то своим опытом, своим историям. Вот. Все верят в Бога. Вот такой вот интересный... Такая вот встреча сегодня, такая у них тут происходит. Так, а я в какой-то самый центр пришел. Дальше пойдем пешком, тут вот что-то как-то очень плотно движение. Очень красивый центр, такой исторический. Ну, как и везде, торгуют сувениркой. Разные кафешки, игрушки. Очень тепло сегодня и солнечно. Вот, собственно, шпиль, к которому я двигался. Ух ты, какая колоритная женщина. Ребят, смотрите вообще. Вот это место, конечно, офигенское. Красота какая. Пришлось угол взять пошире, а то не влазит в кадр. Смотрите, как круто. Надеюсь, света достаточно и все очень хорошо видно. Но вот эта архитектура, конечно, очень впечатляет. Своими масштабами, своей детализацией, этой вот проработкой, вот каждая мелочь. Очень красиво. Вот эти.
Очень интересное решение на центральном вокзале в Страсбурге. То есть это его оригинальный фасад, а сделали вот такой стеклянный вокруг. И когда идешь со стороны, и кажется, что это просто какое-то современное здание. А вокзал сам внутри вот такой. Блин, прикольно. Так, надо купить билет. Все, купил билет. 4.70 видно, да? Указал с велосипедом. Не знаю. Тут нигде не написано, что с велосипедом. Будем надеяться. Так, третий перрон. Поехали искать. Третий. 1.9.25. 30.31.33. Очень интересно. А где третий? Пойдем искать.